В Одинцовском округе «Добрая комната» открыта на базе педиатрического отделения ЦРБ. Первый зампред Мособлдумы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина вместе с местными единороссами посетила учреждение. Дети остаются детьми, и, конечно, хочется ее немножко обновить. И вот этим мы как раз и с нашими сторонниками партии «Единой России», и с нашими благотворителями, которые могут нам посодействовать и помочь, чтобы немножко ее обновить, чтобы она стала интересной. Для маленьких пациентов игровая комната – как спасение. Здесь они могут отвлечься от процедур и даже на какое-то время забыть о своем недуге. Врачи считают, что психологическая разгрузка очень важна и ведет к скорейшему выздоровлению. Есть выделенные помещения, где дети проводят свой досуг. То есть в то время, когда они не принимают процедуры, когда им хочется поиграть, они идут вот сюда, в эту комнату, и здесь занимаются, играют, общаются с мамами, если детки маленького возраста и так дальше. И нам хотелось бы как-то еще дооборудовать доукрасить, разукрасить эту комнату, чтобы им было здесь, чтобы они себя чувствовали как дома или как в сказке, например. В результате встречи было решено заменить в помещении напольное покрытие, расписать еще одну стену и добавить новые игрушки. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».